море, она море. Жарко, что да. Похоже на все. Привет. Ты кофе с рыбом пьешь? Дерном, простите. Да, чуть-чуть. Ой, чуть-чуть кофе. Женя! Не, мы могли бы еще немножко поиграть. Сколько времени? Короткую? Ну да, до 10, а? Можем двойками, 2-2. Конечно, Редбула выпил и герой. А минуточку, а кто вам запрещал допинг употреблять? Я готов. Антидопинговая ассоциация? Ни хера подобного. Я смотрел лигу, там
бразильцы прямо во время матча пьют Red Bull. Я не знаю, может, они рекламируют. Потому что да, да. Вот они топят. Там вода в середине. Ну вот, видишь, но вот. Все равно водка. Наверное, водка. Бычья. Так вот, что они выигрывают. Водка. Всему причина водка. Что, еще кто-то играет или как? Да нет, еще не хотят. Да. Нормально не дарится. Мяч не ходит, тут огород улетит и будем там доставать. Что здесь будете? Да. Я здесь, да. О, ничего себе. Ага. Это что это за? А вот это вот та самая водка. Это у тебя там шлем, да, наверное? Да. Шлем вот. А, да. На защите есть такой шлем с вискарем. Нет, это гидросистема. Camel Park, слышно. Ну, короче, вот там. Прикольная штука, да? Удобная. Здесь хорошо, здесь можно и отдыхать, приходить. Занял и все, и кто тебе что, да? Шашлычки, машлычки. Да. Не это, знаю, это мангалы здесь. Тут стояли или люди? Не, нет, возят? Люди свои приносят. На машине, ты видишь, поехал. А вообще, тут единственный минус, это что оно все не закрыто, что оно все на виду. Да. Ну, беседки не закрыты. Нет, да нормально сделали, блин, гараж, молодцы. Я люблю дом. Давно пора, а то, блин, такая локация классная. Ну, подожди, они еще платный вход сделают. Сделали. Платный въезд, я так понял, налог разводят.